Hello, my friends! Всем привет! Вы на канале Кубик Рубик, и сегодня у нас прошла акция. Акция Джекпот, где вы смогли бы выиграть куш. Собрать, то есть, все накопленные игроками кристаллы. А вот хуй вам там. К чему я? Вы перед собой видите... Да, накипело, но потому что это реально, это уже зашквар-зашквар мыло. Вы перед собой видите, во-первых, скрин акции. Могу обновить. Давайте обновлю. Вот, в принципе, перед собой уже сумма изменилась. Но хочу вас направить на кое-какую небольшую сумму. Точнее, даже и на дату. 04.09.2017 год. Это сегодняшняя дата, когда и записывается видео, и оно выложено. В этот же день. В этот день стартовала акция, ну, как я понимаю, и, да, сегодня, и какое число мы видим, то есть выиграл один человек в этот день, и он выиграл 195 398 кристаллов. А, до всех дошло? Ладно, давайте более наглядно расскажу. Он выиграл 195 тысяч рублей. Как бы. 195 тысяч рублей. Карл, Мэл, я... Если есть дети, уберите экранов, там, от наушников, от колонок. Блять, Мэл, вы что там, охуели, что ли, не понимаю, сука, вы ебанутые, блять, не знаю, как покультурнее матерно бы выразиться-то, как можно сделать куш в 200 тысяч рублей, блять, а? Ну, учитывая, что в предыдущей акции у нас... Куши составляли 30, вон 25, помню, где-то 40 еще куш был. Ну ладно, окей, 40 тысяч, ну окай, хрен с ним. Это тоже довольно много, но вот 30-ка, да, в принципе, норм. Но данный куш переплевывает те просто в разы, а точнее в 4-5 раз. Это... Я не знаю. Пишите об этом в комментариях. Я уже пылаю тут как... Сейчас в космос полечу нахрен. Как, блять, можно сделать куш в 200 тысяч рублей? На одну харю в течение дня. В течение дня выиграл один человек, и он забрал весь куш. Но, как я понимаю, это баг. На форуме ни хрена не написано, никакой там админ или те, кто за чатом, за форумом следят, не помню, как их там кличат, не суть. Как? И написать нельзя, ничего не написано, и ни на сайте ничего об этом не сказано, ни на форуме нихуя не написано. Это не может быть нормой, не может быть нормой, что один человек в день получил 200 косарей. Он может, кстати, если ты меня сейчас слышишь, этот человек, кто выиграл, я тебе, в принципе, завидую по-белому, но советую перекинуть эту голду уже на, ну, кристаллы в голду, а можно... Нет, кристаллы, наверное, лучше не переводить на каких-нибудь сайтах. Но перевести это в голду, а голду на твина, а с твина уже можно хорошим вариантом перевести в реал. Ты, возможно, какую-то часть потеряешь, но согласись, перевести даже, я думаю, ты выиграешь, может быть, и выиграешь, это больше получится. Может получиться больше, чем, ну, минимум где-то, может быть, 190, ты в реал выведешь там 180 тысяч, Карл, какая разница, хоть те же самые 150, я не знаю, как это работает, это просто жесть, как, блять, можно было такому трицу сделать, сука, Мэл, ой,
превзошли просто все мои. Я думаю, любого сейчас смотрящего данное видео свои действия. То, что вы вообще можете, или точнее не можете. Это жесть! 200 кусков! Блин, о, я горю, слушайте. Ой, потушите меня. Ладно, закончу на этом, не буду больше тянуть. Я пойду, пожалуй, в ванну лягу со льдом. Надо остыть. А на этом все. Пишите свои комментарии под описанием, что вы думаете насчет этого. Возможно, возможно, вы тоже захотите лечь в ванну со льдом, чтобы охладить уже себя. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Вот вам именно спасибо, если вы посмотрите. А вот Мэлу я бы... Ладно, хватит на сегодня матов, скажем так. Это единственное видео, где имеется такое количество матершинных словечек. Я надеюсь, единственное. А на этом еще раз все. Всем пока, спасибо за просмотр. Оставляем свои комментарии. Давайте побомбим, по крайней мере, в чате. А можно и на форуме. Слушайте, заходим давайте на форум, на официальный, и там начинаем бомбить этим дебилом. А на этом все еще раз. Всем пока. Надеюсь, последний мат в этом видео.